Я желаю, уважаемые подписчики и просто зрители. Итак, сегодня мы выявили обман рептилоидов, запуская вот эти моторы. Сейчас запущу, посмотрите. Запускаем. Значит, берем шнур. Вот он. Поехали. Пусть разгон возьмет. Пусть возьмет разгон. Подождем немного, чтобы выявить обман точно. Чтобы выявить обман, надо дать разгон. Разгоняем, в общем. Разогреваем, значит, катушки, обмотки катушек разогреваем. Они, значит, намагнитились. То есть им питания уже надо меньше намного. Инерция, обратный ток и все прочее. Что значит? Ну, это все разговоры. Теория. По замерам практика. Меряем. Видите? 0,004. Вот, внимательно посмотрите. 0,004 ампера. Всего. Запомнили, значит? 0,004 ампера. Далее. Выключаем. Далее я промерял по счетчику. Вот он, результаты. Видите? Результаты 9 и 9, значит, минут 10 секунд. Давайте промерим. Значит, первое промерим. 0,04 ампера у нас, да? Так. Калькулятор берем. Да что такое? Вот калькулятор. Чтобы вы видели. Так. Считаем. Выше маленько. Так. Считаем, сбрасываем это. Ноль. Значит. Что за ерунда? Считает. Так. Ноль. Так. Значит, ноль. Вот. Стал считать. Ноль. Четыре. А напряжение сети 230. Умножаем на 230. 9,2 ватта. Видите, 9,2 ватта. А что здесь? По счетчику. 9 минут помножим на 60 секунд.
вот по счетчику, получится 540 и плюс еще 10, получается 550. Вот она, 550, видите, 10, помножим на 300 оборотов, 165 тысяч, разделим на 3600, 45,83. Дальше. Тысячу. Разделим на 45,833. 21,8. Давайте запишем. Там было 9,2 и 2 ватта. А по счетчику 21,8. Давайте разделим. 2,37. Это что значит? 2,37 раза больше по счетчику. Это что значит? Это значит, обратный ток пошел. То есть ток этой вот системы, которая включена была, 9,2. А обратный ток, который шел, так мотор раскрутился, инерция, и есть обратный ток. Ну, называют обратное ДС, это не важно, как называть. Обратная реактивная энергия, которая, значит, крутит этот моторчик, генератор. Он пошел. Значит, счетчик его считает так, как этот счетчик. Однонаправленный. Вот меня ругали, что счетчик не тот. И то я его тоже приручил. То есть он считает, значит, еще раз, 21,8 минус 9,2. То есть в два раза на 12,6 вольт больше, ватт. На 12,6 ватт больше считает. То есть практически, значит, берем с сети 9,2 ватта, возвращаем 21,8. Даже без применения реле Амрон и прочих приблуд. Только за счет инерции. Видите, мы уже за счет инерции получаем свободную энергию. В данном случае 12 ватт, которые мы возвернули назад, но так как счетчик считает в одном направлении и активную и реактивную вместе, он посчитал вместе. То есть, так как провод нагрелся, он посчитал вместе, в одну сторону. А клещи посчитали только в сторону... Туда, на мотор. Обратный ток они не считают. Но если у нас будет, допустим, на батарейке эта канитель, то на батарейке тоже всего 9 ватт смотается. Понимаете? Вместо 21. То есть получается, когда включаем моторы часто, не всегда, а часто, всякие моторы, мы отдаем больше в сеть, чем берем. Этот опыт это показал. Но платим и за то, что берем, и за то, что отдаем. О чем я и говорил, что первое надо для БТГ поставить двунаправленные счетчики. Поставив их, возможно, и батареек никаких не надо. Понимаете? И так будет на нулях, или будет, будем еще отдавать туда, когда применим правильно, ну, инерционные вот эти движки на 15, на 20 тысяч оборотов. Это не все так будет показывать.
Только я говорил, как инерционные движки. Тогда нам не надо будет, возможно. Ничего. Вот такие новости. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и исполнения всех желаний.